Всем привет, друзья! Приехали на одно озеро. Отец пошел на рыбалку, на лед, а я решил пройтись по лесочку. Открыть 2019 сезон. Открыть сезон по копу. Первая находка у меня есть. Копеечка. Год еще не смотрел. 70-й год. Отец где-то вон там, возле острова. Если устану, пойду к нему. Но пока пройдусь дальше вот по этой полянке. Потому что как только на полянку заступил, сразу же монетка. Может быть, еще что-то будет. В 16-м году я здесь был, вон там ниже. Ну, я правда, вон там только прошелся, рыбачил. Видео есть у меня на канале, одно из первых про рыбалку. Вот. Там немного прошелся, первую свою монету нашел. В начале, так сказать, своей копорской деятельности нашел свою первую монету 3 копейки 46-го года. Дойду до туда. Вот еще одна находка, тоже копейка, но 69-го года. Практически на этом же самом месте. Еще дальше. Вообще база отдыха, где я сейчас нахожусь. База радиозавода нашего, где мы трудимся, и отец, и я, и брат. Вот. Точнее, я уже там не тружусь, ушел в другое место, но связь поддерживаю с бывшим отделом, и они вот меня попросили проверить наличие пожарных рукавов у коттеджей. Сходил, посмотрел. Сама база отдыха находится на острове, где всего лишь один въезд. Мусора мало. Ну, крышки есть, как и везде. Алкаши, они везде бухают. Но намного меньше, чем в других местах. Ну и, соответственно, нормальных находок тоже мало. Вот две монеты только. Рубль, ходячка. А дальше все чернина какая-то. Тоже неплохой чебачок, хорошенький. И вот здесь он, похоже, один терся. Видишь, поклевок-то больше нет. Угу. Когда он есть, они и есть. Но ничего не нашел. Нашел? Две монетки. По копейке. 69-й, 70-й год. А золото, бриллианты. Алюминий. Больше алюминия нашел, чем монет. Ложка одна, скрутки всякие алюминиевые. Да еще это девчонкам написал, может, что надо, говорю, на жемчужине я, надо что посмотреть, нет? Они там говорят, у коттеджа пройди, посмотри, пожарные рукава все на месте, нет? Прошел, посмотрел. Ни одного нет, да?
из 6 коттеджей в 3 есть, а в остальных нету. Да какие, наверное, древние, блядь. Не, новые, беленькие. Он зашел к отцу, посмотрел, как он рыбачит, сколько наловил уже. Попил кофе. Сейчас иду дальше лазить. Хожу на местном пляжике. Одна копейка 65-го года. Да, основные находки на пляже — это две монеты по рублю, две монеты по 10 копеек, одна монета 5 рублей. Сейчас дальше продолжу. Вот такие находки можно найти на пляже. Я так понимаю, это радиоприемник. Он лежал, наверное, очень здесь долго. Так как здесь никто не копает. Я, наверное, первый. Вот этот пятачок прошелся. Рубль 5, 10 копеек. Там только успевай опускай. Я помню, с Серегой Блинниковым-то на щуку ездили, на лед заходили. Я аж сапоги разгибал эти, ну как их, болотные назвать, или рыбацкие, или которые сгибаются. Полностью разогнул их вот. А, чтобы на лед зайти? Да. Но не здесь мы ездили-то на это, на Улагач. Разгибали их полностью, подходили ко льду. Рюкзаки в руках, там все это в руках, на лед ложили, а потом сами в перевалку так это. Раз на лед, на колено и на лед. Затраки такие большие были. Ну и мы щук ловили. Я вам смотрю, у мужика жерлица до хера. Может, штук 30-40. А еще ни одной сегодня не взял. Один подъем был у него, и все. А мы тогда с ним ездили, больше 30 штук. И последний раз он заболел, я один поехал. Лунки не замерзали уже. Мне сверлить не надо было. Я один 32 штуки взял. Ну вот за вечер на поезде ездили. После Аргаиша еще две станции, и выходишь. И прям озеро. И по озеру еще километра полтора пройти. Лунки свои нашел. Жерлички расставил. Вечер отрыбачил. Ночевать на станцию. Утром опять туда. Ну хорошо, мужики рядом ночевали. Палатку поставили. Мы, говорит, всю ночь тут будем. Я говорю, присмотрите за моими. Они, да конечно. Я утром пришел, давай опять. Где-то до двух я
в два свернулся, чтобы на поезд не опоздать. И на станции. Вот я 32 штуки взял. А еще пустые поклевки были, исходы были. Вообще клевало. На по весу? Они большие. Вот такие, около килограммчика. Самые большие, по-моему, ну, полтора. Вот такие. Кило, полтора, основная масса вот такие были. А больше и не надо. Конечно, приятно, когда здоровенная там влупит. Там одна или две были покрупнее, ближе к двум. Видишь, нету. Вот так он. Но может подойти, как в прошлый раз, вот, по-моему, на этой лунке. Также вот подходил в 9, полдесятого. Угу. Нету. А потом в час как сел вот на эту лунку и 17 штук подряд. Ну, сейчас я уйду и пойдет. Все прикормлено. Не знаю, чего надо. Вот еще лед, снег, а он уже ползает, зараза. Чуть солнышко пригрело, и все эти твари оттаяли. Спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Вот такое небольшое видео у меня получилось. Находки не очень порадовали, потому что в основном ходячка с пляжа, так как люди современные отдыхают. Но недалеко от пляжа и попадались и копеечки. Причем копейки подряд 69, 70, 71 год. Ну вот это вот порадовало обстоятельства. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь. Пока.